Итак, ребята, всем привет! Отличные новости для вас! Появилась параллель с Desktop 18.3.1. И сегодня мы с вами ее поставим, и чтобы она была бизнес-версией. Я проверил, на Apple Silicon Mac это работает. Сейчас только одну секундочку, я зайду вот сюда и удалю виртуальные машины. Итак, вот наши файлы. Эти файлы все... Сама параллелька, патч, Command Line Tools for Xcode последней версии и программы из любого источника будут по ссылке в нашем Discord-сообществе в соответствующей теме. То есть вот здесь, давайте покажу. Ссылочка в описании канала будет в описании под видео и в первом закрепленном комментарии тоже будет ссылочка. Вступайте в сообщество, идете... Текстовые каналы, параллель с Dexter. И вот тут кнопочка «Закрепленные сообщения». И по этой ссылке будет параллель Desktop 18.3.1 со всеми файлами. Поехали, приступаем к сути данного ролика. Первое, что мы делаем, это мы идем в рекавери, обязательно. Я все вернул в первоначальный вид, как у меня было до этого, чтобы вам показать, чтобы снять для вас этот ролик. Итак, вперед! Переходим в рекавери. Итак, ребята, мы с вами выключаем наш Mac. Я немножко сделаю, чтобы было лучше видно. Давайте. Выключаем Mac. Подождем, пока погаснет клавиатура. Все. Нажимаем на кнопочку Touch ID и держим. Загрузка параметров запуска отпускаем. И тут, как видим, нажимаем параметры. Нажимаем, забыли все пароли. Вводим Apple ID и пароль, к которому привязан наш компьютер Mac. Я ввожу свой. Шифрование диска должно быть отключено. Об этом мы помним. Обязательно операционная система macOS Ventura 13.4 и выше. Идем утилиты, утилита безопасной загрузки. Вот наш диск. Политика безопасности. Ставим сниженный уровень. Тут разрешить. Галочки и тут разрешить. То есть все делаем, как вот я показываю. Нажимаем ОК. Вводим пароль от системы. И ожидаем. Все, далее мы закрываем утилиту безопасной загрузки. Нажимаем утилиты терминал. И отключаем System Integrity Protection. Давайте я немножко увеличу, чтобы было видно команды. И пишем CSR util disable. И нажимаем на Enter. Соглашаемся. Y нажимаем. Вводим пароль от нашей учетной записи. Ожидаем. И вводим следующую команду. CSR util authenticated -root disable. Вводим пароль от нашей системы. Ожидаем. Все, теперь мы перезагружаем наш Mac в обычном режиме. Закрываем терминал, перезагружаем Mac.
Хочу обратить ваше внимание, что если отключить System Integrity Protection, не будут работать iOS-приложения на вашем компьютере Mac. То есть System Integrity Protection обязателен для работы iOS-приложений. Но если они вам не нужны, вам нужна только Parallels, то отключаем System Integrity Protection, так как я только что показал. Поехали дальше. Приступаем к установке Parallels. Первое, это открываем терминал. И вот надо нам эту команду скопировать и вставить в наш терминал. То есть мы берем, вставляем. Вводим пароль. Для чего? Для того, чтобы у нас в системных настройках, в конфиденциальности, здесь было из любого источника. Далее мы идем, ставим Command Line Tools for Xcode последней версии. Закрываем. И далее устанавливаем параллельку. Вводим пароль. Вот. Параллелька у нас установлена. 18.3.1, но сейчас мы ее не будем делать бизнес-версии. Сначала мы ставим Windows. Мы нажимаем сюда, мы нажимаем продолжить. Мы нажимаем установить Windows. И просто ожидаем. Итак, немножко подведем итоги с вами. Все то, что делали раньше, делаем. То есть мы заходим в рекавери, мы понижаем безопасность системы в утилите безопасной загрузки, ставим сниженный уровень. Далее открываем терминал, пишем две команды в терминале для отключения System Integrity Protection. Это обязательно, иначе работать ничего не будет. Потом мы запускаем систему. Делаем так, чтобы можно было устанавливать программу из любых источников командой в терминале. Ставим Command Line Tools for Xcode. А потом ставим параллельку. И сейчас мы ставим Windows, а потом мы ее сделаем бизнес-версией. Это все работает, ребята. Надеюсь, вопросов будет намного меньше, чем раньше. Если у вас Parallels Desktop 18.1.1 установлен, то мы просто идем в рекавери, открываем терминал и пишем две команды, которые я показал в этом ролике. В данный момент мы ждем установки Windows. Если у вас Windows уже установлен, то вам не нужно будет его устанавливать заново. Это я все делаю для ролика, для наглядности, чтобы вам было понятней. Ожидаем установку операционки. Установка завершена, ребята. Все. Закрываем полностью параллельку. Полностью закрываем. Это нам не надо. И применяем теперь патч.
вводим пароль. Закрыть. Открываем параллельку теперь. Все. Это мы все закрываем. Давайте дадим ей разрешение все. Все работает. Прекрасно. Ключи для системы у нас в Discord-сообществе. Сделаем так. И сделаем так. Нет. Вот так вот просто можно поставить самую последнюю версию на M1, M2, Mac'и, обобщим, назовем Apple Silicon. Если у вас версия 18.1.1, в новом видео я расскажу, как обновить 18.1.1 до 18.3.1. А если данный ролик был полезен и понравился, лайк, подписка, комментарий, удачной установки. Вступаем в наше Discord-сообщество, все файлы будут там. Всем спасибо, всем пока, увидимся!